Но сегодня случилась ваша первая шайба за Салават Юлаев. Как эмоции? Очень рад, во-первых, что мы выиграли. Это добавляет, естественно, положительных эмоций. Конечно, очень здорово, что удалось забить. Понадобилось 15 матчей. Понятное дело, что это весьма так непросто было в тот момент, когда ты не забиваешь. И вот с этими эмоциями бороться негативными. Но здорово, что это наконец случилось. Поэтому все хорошо, конечно. Второй матч Салават Юлаев ведет в счете 2-0 и упускает это преимущество. В чем причина? Ключевое скажу, что 2 очка мы сегодня набрали, самое важное, но все прекрасно понимают, что хоккей — игра, в которой играют обе команды стараются шайбу забросить, и поэтому так бывает в матче, что ты можешь выигрывать, можешь проигрывать, поэтому, естественно, нам нужно на своей игрой выводы сделать, естественно, поработать, посмотреть видео, оценить, где мы что-то сделали не так, но самое главное, набрали 2 очка. Почему Райан мало бросает вообще в текущем сезоне? Мы знаем его сильные стороны, и вот надеемся, что вот это, наверное, первая шайба как-то раскрепостит теперь его в атаке. Скажу так, буду полагаться больше на свои инстинкты. Естественно, не в каждой ситуации нужно бросать. И, конечно, мне говорили партнеры, чтобы я чаще бросал по воротам, но не всегда это, естественно, получается. И, естественно, какие-то моменты у тебя что-то не идет, можешь потерять немножко уверенность в себе. Но скажу так, что, конечно же, будем стараться больше бросать. Если будет ситуация именно позволять, надо к этому, с этой точки зрения, более умный момент подходить.